Санаторно-курортное лечение в Геленджике. Санаторий «Голубая волна». Уровень 3 звезды. Санаторий «Голубая волна» – это круглогодичная многопрофильная здравница, удобно расположенная в курортной зоне города Геленджик, на берегу Черного моря. В период межсезонья к услугам гостей предоставляют скрытый бассейн с морской водой, спа-центр с комплексом саун, тренажерный зал, боулинг-клуб, бильярд и многое другое. Пребывание в санатории начинается с диагностики – компьютерной экспресс-оценки общего функционального состояния организма. Наряду с компьютерной проводится обычная диагностика, использующая методы лабораторных клинических и биохимических исследований – ЭКГ, УЗИ, исследования уровня гормонов и другие. С учетом обследования составляется индивидуальная программа оздоровительных процедур. Направлением деятельности санатория является лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы и кровообращения, органов дыхания, нервной системы, органов пищеварения, заболевания кожи, заболевания опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы, эндокринной системы и нарушения обмена веществ, гинекологические и урологические заболевания. Лечение детей осуществляется по следующим направлениям: заболевания органов дыхания, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, повышение защитных сил организма. Питание в санатории осуществляется трехразовый шведский стол. Оно проводится в отдельно стоящем здании ресторана, который состоит из нескольких залов. Для проживающих в номерах категории люкс питание осуществляется в зале повышенной комфортности. Дети в санатории принимаются с 4 лет. Санаторий «Красная Талка». Уровень 3 звезды. Санаторий «Красная Талка» – это современный комплекс, расположенный в самом центре курортной набережной Геленджика. Санаторий предлагает своим гостям гостиничные номера различной категории комфортности. В квоте у нас номера категории «Стандарт» на первой береговой линии в корпусе 1 и 2. Номерной фонд санатория рассчитан на размещение более 1000 отдыхающих. К услугам гостей на территории комплекса: спа-центр, тренажерный зал, крытый бассейн с морской водой. На территории санатория работает целая сеть кафе и ресторанов. Медицинский центр санатория предлагает разнообразные курсы лечения, способствующие оздоровлению и очищению организма. Лечение осуществляется по 18 профилям от общетерапевтического до лечения профессиональных заболеваний. К услугам гостей санатория – клиника диагностической лаборатории международного уровня. Лаборатория предлагает около 350 диагностических исследований разнообразной направленности. В их числе не только лабораторные анализы, но и комплексные исследования. Бронирование санаторно-курортной путевки с лечением возможно от 10 дней проживания. Также существуют специализированные программы по оздоровлению, рассчитанные на 7 или 10 дней пребывания. Такие программы, как «Будь здоров», «Легкое дыхание», «Антистресс», «Стройный силуэт», «Здоровое сердце», «Здоровый позвоночник» и другие. Санаторий «Красная Талка» принимает детей с 1 года. Лечение детям предоставляется с 4 лет. Спа-отель «Приморье». Уровень 4 звезды. Расположен на территории 2,5 гектар в центре города Геленджик, в живописном месте у самого моря. Окружен реликтовыми пицунскими соснами, удален от шумных магистралей. На первом этаже отеля находится wellness-центр, скрытым спортивным бассейном 25 метров с подогреваемой морской водой. Спа-отель «Приморье» является одним из крупнейших центров красоты и эстетики в Геленджике. Клиентам предлагается весь спектр популярных спа-процедур. Банный комплекс с удобным разделением на женскую и мужскую половину, массажные и лечебные кабинеты, аппаратные процедуры по коррекции фигуры, восстановлению эстетики кожи лица и тела, терапевтические процедуры, ароматерапия, таласотерапия, фитотерапия, косметические услуги профессиональных стилистов и визажистов. Для бронирования предлагается 3 пакета – на завтраках, либо полный пансион, либо путевка с лечением. Санаторий «Голубая даль». Уровень 3 звезды. Расположен в поселке Дивноморской в 12 километрах от города Геленджик. Территория здравницы представляет собой красивый парк площадью около 15 гектар с ухоженными цветниками, большим розарием, живописными аллеями и декоративными бассейнами. Для размещения гостей санаторий «Голубая даль» предлагает 280 комфортабельных номеров категории «Стандарт», «Стандарт Гранд» и «Люкс», расположенных в 3 корпусах. В каждом номере, вне зависимости от категории, имеется сплит-система, холодильник, телевизор и санузел. Питание организовано трехразово по системе «Шведский стол».
В инфраструктуру санатория входит крытый бассейн с подогреваемой минеральной водой, бильярд, сауна, баня, солярий, спа-салон, медицинский центр. На территории есть бювет с минеральной водой. Для детей есть детская площадка, детская комната, детская зона в крытом бассейне. Дети принимаются с 0 лет, лечение предоставляется с 4. Современная медицинская база санатория предлагает лечение заболеваний органов дыхания, кровообращения, обмена веществ, костно-мышечной системы, а также расстройства вегетативной нервной системы и невротических расстройств, связанных со стрессом. К услугам оздоровления гостей в здравнице функционирует ванное отделение, ингаляторий, кабинет ароматерапии, отделение физиотерапии, спелеокамера, инфракрасная сауна, кабинет функциональной диагностики, стоматологические и гинекологические кабинеты, отделение массажа, зал ЛФК, фитобар. В 2011 году санаторий «Голубая даль» начал обслуживание клиентов по уникальным программам Центра естественного оздоровления «Натурамед». Основное направление деятельности центра – это семейное оздоровление. Именно здесь есть возможность подобрать курс лечения персонально для каждого члена семьи, включая совместный отдых с детьми до 14 лет. Все методы представляют собой комплексное очищение организма на клеточном уровне с использованием целебных природных факторов и уникальных методов восстановления организма.